Во Дворце культуры Саранска «Весенний бал». Так называется новая выставка авторской куклы. Здесь собраны произведения известных саранских художников и тех, кто занялся этим творчеством недавно. На весеннем бале кукол мастера представили свои лучшие работы. Я хотела именно современную авторскую куклу, которая, ну, как она, понимаете, она интерьерная, она красивая. Ей хочется любоваться. Она не безликая, она. То есть автор настолько вот в свою душу вкладывает, что вот они глазами автора на нас смотрят. Мне хотелось именно куклу, ну, такую изысканную для бала. Каждая кукла уникальна и обладает собственным характером и историей. Маргарита Седойкина – мастер-кукольник со стажем. Она занимается этим ремеслом более 10 лет. Процесс создания куклы сложный и кропотливый. На каждую из них у Маргариты Алексеевны уходит не один месяц. Придумываешь идею, потом рисуешь это, чтобы воплотить. Нужно обязательно сделать эскизы, все продумать. В моих куклах я закладываю, чтобы был сюжет, о чем-то она рассказала. Не просто вот у нее было красивое платье, она красиво сидела. А каждая кукла у меня – это рассказ о чем-то. А для художника Елены Куряевой эта выставка первая. Здесь представлена всего одна ее работа – «Ангел». Ее создание стало для мастера настоящим вызовом. А первоначальная задумка совершенно не совпала с результатом. Задумывалась она совершенно другой. Самое интересное произошло в процессе творческого подхода. Ангел начал жить своей жизнью. Он начал диктовать свой образ. Из того забавного образа, который у меня рисовался, получился очень грустный ангел. Познакомиться с произведениями саранских кукольников и почувствовать себя участником весеннего бала может каждый. Выставка будет работать до 26 апреля. Екатерина Журавлева, Владимир Ильин, «Наши новости».